Ты прям тут остановишь, пожалуйста. Че, можешь прям к дому подвезти? Да не, у меня соседи такие, что что-то не то подумают. А, понимаю. Все. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Приятно было познакомиться. Взаимно. Подожди, я номерок-то не оставила. Да стой. Эй, стой, парень. Ты что тут делаешь? В смысле, тебе вообще какое дело? Да я видел, как моя девчонка из своего корыта вышла. Твоя девчонка? Подожди, подожди, она сказала, у нее нет парня. Вот паршивка. Сейчас я ей выскажу. Ну и кринж. Какой номер? 5-5-8. 5-8. Спасибо. Наша Маша. Нашлась пропажа. Ты что не сказала, что у тебя парень есть, а? Что? Это тебе парень сказал? С длинными волосами, ну, такой темненький. Ну да, он самый. Парень твой. Да не парень мне, боже. Это какой-то сумасшедший. Он уже неделю меня около дома караулит, говорит, что я его девушка и должна его пустить. Расскажи мне. Вот, слышишь, он и сейчас стучится. Подожди, что, реально, что ли? Слушай, а что ты сразу не сказала? Так давай, может, ему это... В жбан разочек пропишу, а? Ему ум разом-то и вернется. Ну, только если аккуратно. Одну секундочку. Спасибо. Слышь, ты, Дон Жуан, ты что, девчонке жить мешаешь, а? Может, тебе разочек для профилактики прописать? Чего она тебе сказала? Что не парень ты, ей какой-то маньяк, который уже неделю караулит ее около дома. Черт, болезнь прогрессирует. Ты что несешь, торчок? Танюша все хуже и хуже, она... Я даже перестал узнавать, на порог не пускает. Какая Танюша, ее Лиза зовут? Да она тебе так сказала? Да.